Я Александр Кузнецов. 4 года войны, 8 лет тюрьмы. Война афганская? Нет, Ангола. Так вышло. Ну так вот. Есть у вас семья? Нет, уже не жена. Ни жены, ни детей. 2 раза женат, 20 лет лучше сидеть их. Как понять? Жены, дай бог им жизни и счастья жизни, дай денег. А деньги – это грязь. Я их всегда заработаю. Я и здесь заработаю. Я на коляске возношу вот костыли стоят сзади, потому что у меня операция. Сейчас швы снимут, я стал на костыли, будет все нормально. А как вышло вот так? И что у вас вышло произошло? Так. Гангрена или что? А это, да. Гангрена. Ну, это тюрьма. Да, они извинились. Ну, а что такое? Ноги-то нет. А как вы оказались в тюрьме? Что? Убил. Как? Убил, потому что не надо кого. Ну, убил. Мужчину, женщину? Женщину. Любимую? Нет, да, бабушку. И сколько лет вам дали? 16. Мне сказали просто отдать квартиру, я в день дня не сидел, ни одного дня. Ни одной минуты бы не сидел. А я не мог квартиру дать. Квартира не моя, мамина. Сколько лет просидел? 8. Я сидел на подвале полтора года, здесь, на 13-й. С кем сидел, все уехали на пожизненное. Я школу хорошую прошел, поверь мне. Сколько вам лет? Мне рассказали. 57. 57. А пенсия у вас, наверное, по инвалидности? Есть 1280, по-моему. Но я уже 8 месяцев не получаю. Карту? Документы украли. Не могу получать пенсию. Я бы здесь не стоял. А целый день что вы делаете? Как ваш день проезда? Приехал, заработал денег и уехал. А как заработать? Далеко. Зарабатываете? Просто стою. На улице? Не, да. И люди и... как реагируют? Нормально. Оставляют деньги? Да. Еду? Еду, деньги, да. Если я не ем, я делюсь с бабушками и девушками. А у вас есть где спать? Нет. А где спите? Я в больнице сплю. Нет, скоро помочь. Скайп поставить? А куда не делаться? Дают люди много. И по 600, по 500 лет получается, да. А что делать со всеми этими деньгами? Раздаю людям. Бабушкам помогаю, детям. Сегодня сколько? А сегодня я не считаю никогда. Я их никогда не считаю. Вообще не считаю деньги. Это грязь. Это просто бумага. Вот сейчас оно есть, завтра или нет. Завтра будет больше. Чем больше отдашь, тем больше тебе придет. И здесь у вас вино? Да. Это для разогрева? Холодно. Холодно. Солнышко. Холодно просто. Просто из-за холода. Я смотрящий за центром. Я чех. Я серьезный человек. И здесь ходите? Я не хожу нигде. Я приезжаю, спокойно сижу. Ко мне приходит, посоветоваться, о жизни узнать. Есть уже друзья? Друзей нет. Дружба – это нереально? Нереально. Сейчас нереально. Раньше было реально. Ну, друзья, детство, уже никого не осталось. Так. Умерли или отказались? Отказался. Когда услышали, что вы… Я знаю, как друзья предают. Самый обалденный друг тебе первый продаст Молдову. Свободу. Еще хуже, чем было раньше. Почему? Намного. Потому что люди не те. Все нормальные люди, но поезжали. Все молдаване нормальные. Основная масса людей сейчас в Кишиневе – это… Нет, старики и дети сидят по этим в селах. Бабушки и дети.
Основная масса что? Она им приезжает и уезжает. То есть не, молодежь, не приехали в отпуск, я не знаю, там, что, и уехали. Да, повернуть обратно. Что бы вы поменяли? Так же бы прожил. Вот так. Убийство, так же бы прожил. Я убил, потому что у нее мать задели. А мать святая. А как это произошло? Бабушка, как тебе объяснить? Она родила ее вот так. Она мать для вашей мамы? Да. Тоже мать? Да, обалденная. Хорошая женщина. Но она сказала то, что нельзя было говорить. Что ей? Про мать. И по зоопарке, да, два удара в жопу. Я никакой нож, не дай бог, я ни ножи не достаю. Нож достанешь, это блядство. У меня нож отрежу. Я ей колбаску режу. Вот, блядь. Удар от двух до двух с половиной тонн. Я чемпион Союза по карате. Бью, да. Я очень добрый. Мне всегда говорят, что из-за моей доброты у меня все канители в жизни. Я не считаю так. Я добрый к детям, бабушкам, дедушкам. Это нормально. Люди стали злые. Сидят в своих этих норках. Даже не выходят с норок, вот они вышли. И тут же норку пошли. Вы говорили, что... Вы говорите, что не злые, но тоже вы говорите, что много денег дают, наверное. Дают за помаду. Как бы так. Своей совести. Да, они как бы отыгрываются. Понимаешь, как бы, как тебе объяснить? Легче отдать. Чувство вины? Да, у них чувство вины есть. Ну, они видимо дают, бабушкам дают. Слава богу. Здесь и три бабушки сидят, никогда не обижают. А вы знаете всех, наверное? Всех знаю. Я здесь живу. Я давно здесь. Я родился здесь и в Кишиневе. У меня бабуля жила. Это мой дом. Вот сзади меня. Понимаешь? Он, да, вот он. Я оттуда уезжаю сюда и здесь нормально все. Ну есть, наверное, есть где спать. Вы сказали, что вы спите в больнице. Спать негде. Сплю в больнице. А вот это. У меня, когда сестра уезжала, забрала первую квартиру, однокомнатную, на Рушкановке. Ну, когда уезжала, это был 95-й год. Ну, и сейчас племянничек забрал родительскую квартиру, все, мне ничего не знало. У меня проблем больше закона нет. Я живу не по закону. Я живу по понятиям. Ну, по жизни правильно, как тебе объяснить? Мы не... Как тебе объяснить? Мы живем по понятиям, по воровским понятиям. Пример. Да я весь синий, мало, я сейчас разделаюсь, будешь в уморок. Мне еще осталось на кого-то спину. Я по понятиям живу, потому что по-людски жить нельзя здесь. Это нормально. В таком государстве жить нельзя. Это государство нас загоняет, знаешь, куда? В угол. Ты знаешь, в угол мышку загонишь маленькую. Вот маленькую мышку загонишь в угол, она будет кусаться, она тебя укусит. Нельзя загонять человека, бля. А нас загнали всех в угол. Нельзя так говорить. Мы не государство. Есть вот там... Элита. Элита живет постоянно. То есть это кумовство. То есть они выбирают своих же, свои кормят, свои поднимаются. А нормальные люди живут бедно. Они... Я вот не понимаю, откуда они еще деньги тянут. Они и так упустили государство в ничто. Я помню, какая Молдова была. Я при Союзе жил. Цветущая Молдова. А сейчас что? Где цветущая Молдова? Деревья рубят, все хренели, сады рубят. Вообще ничего нету. А в церкви бываете?
Конечно, каждую неделю. А я хожу в Речку, туда наверх, возле Примарии наверх. Да, знаю. Где Воронин приезжает? Да. О чем молитесь? О счастье в жизни. Для себя и для народа. Хотите счастья? Да. У меня все было неинтересно.